Желает руководитель Союза композиторов всем телезрителям, тем, кто видит вас сейчас. Я уверен, что все телезрители не мыслят своей жизни без музыки. Но пускай музыка будет хорошая. Потому что, вы знаете, вот я вспомнил песни Блантера. Я вспомнил песни Соловьева-Седова. Я вспомню песни Яна Френкеля, с которым я очень дружил, который, кстати, много раз был в Липецке. Понимаете, ведь их песня – это связь с жизнью очень многих судеб на земле у нас. Почему их так любят? И даже вот молодежь слушает эти песни очень внимательно, потому что это про них. Это их настроение, это их образы, это их жизнь, это их любовь, это их сомнения. Поэтому любите музыку, слушайте музыку, разбирайтесь в музыке. Все равно победит хорошая музыка, хорошая, высокая музыка.